Не, ну интернет, он на самом деле, вот потому и есть слово такое между, международное такое ощущение. Так дело в том, что тогда смысл теряется, если будет глобальный контроль. Я уверен, что сейчас есть в интернете достаточный контроль. Я одобряю контроль, когда, допустим, не знаю, там определенных лиц, которые увлекаются какими-то детскими моментами, их отслеживать и так далее. Я допускаю, что, может быть, для госбезопасности России тоже могут быть какие-то моменты по предотвращению каких-то злодеяний, да. Но все равно отрезать Россию от мира, от возможности зайти на любой сайт. Ну, зашел ты на тот сайт, который тебе, да, который запрещен, который, ну, просто вот людьми просто говорят, что это не стоит этого делать, ну, не надо. Тогда ты получаешь за это, да, тогда ты попадаешь в какое-то поле зрения. Есть такой сериал неплохой. Я считаю, что никакого контроля, никакого отрезания, никакого фильтра, никакой модели Корейской Народно-Демократической Республики не должно быть. Мы должны знать, мы должны знакомиться, мы должны общаться, мы должны просто быть, ну, просто быть свободными. А как же иначе-то? Ну и что? Тем более, мне сейчас понравилось, сколько скоро Skype будет уже переводить. Я-то буду, не знаю, с какой-нибудь негритяночкой разговаривать из Кот-д'Ивуара вполне. Конечно, это должна свобода быть. Никакого корейского пути не должно быть. Никакой сегментарности не должно быть. У нас должна быть дружба со всеми просто провайдерами, со всеми сетевыми магнатами всего мира и так далее. Я не считаю, что если политика Россия немножко расходится с политикой другого мощнейшего государства, что мы должны быть объединены возможностями. У нас должны возможности все сохраняться. Но быть человеками в интернете и понимать свою ответственность, а то могут взять за пятую точку, и тогда вы будете сидеть в КГБ.